26 февраля в социально-культурном центре «Луч» прошел концерт, посвященный столетию со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Днем рождения комиссии считается 14 января 1918 года, когда был издан соответствующий декрет о комиссиях для несовершеннолетних. Уважаемые ветераны, дорогие действующие члены комиссии, дорогие сотрудники всех служб системы профилактики, я вас искренне от всей души поздравляю по случаю столетия со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Российской Федерации. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав прошла долгий исторический путь, 100 лет. И на протяжении всего этого пути комиссии занимались решением очень сложных и очень важных вопросов и проблем, которые направлены на профилактику безнадзорности, профилактику правонарушений несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения с детьми. И, уважаемые коллеги, я сегодня хотела бы выразить вам огромную благодарность за то, что к этой сложной напряженной работе относитесь с большой личной ответственностью, с большим профессионализмом, с большим пониманием ситуации и с чуткостью. Я благодарю вас за преданность и верность нашему делу. Хоть и прошло 100 лет, но комиссия по делам несовершеннолетних остается востребованной и сегодня. Дети и подростки по-прежнему остаются категорией, особо нуждающейся в государственной поддержке, и они должны находиться под защитой государства. Комиссии по делам несовершеннолетних нужны. Они существовали, существуют и, наверное, еще долго будут существовать. Потому что это не просто комиссия по делам несовершеннолетних, а комиссия по делам по защите прав ребенка. Я в комиссии не занимала какого-то большого поста, была рядовым членом комиссии и работала с 1968 года по 1973 год. Здесь, наверное, уже таких ветеранов больше нет. Самый аксакал в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Мое время работы комиссии совпадает с работой в городском комитете комсомола. Я была секретарь по школам, секретарь по учащейся молодежи. Следовательно, моя основная работа была тесно связана с работой с комиссией по делам несовершеннолетних. И нужно сказать, что комиссия в то время работала в тесном контакте со всеми организациями, которые были связаны каким-то образом с детьми. Проводили мы рейды, посещали семьи, встречались с детьми. Ну, естественно, те, которые у нас уже совершали какие-то проступки, мы разбирали на самой комиссии по делам несовершеннолетних. Нам приходится с вами работать с очень серьезной категорией детей, которые находятся в конфликте с законом, с семьями, которые находятся в социально опасном положении. Работа действительно очень-очень сложная. И мне хочется выразить надежду, что мы с вами и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы вот из этих детей, подростков, вырастить достойных граждан нашей страны. Сегодня главная роль комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заключается в координации деятельности органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных объединений по профилактике правонарушений и преступлений детей, защите их от преступных посягательств и жестокого обращения. Дорогие друзья, уважаемые члены КДН, уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники всех служб систем профилактики нашего города, я поздравляю вас со знаменательной датой – столетия со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Действительно, прошло уже 100 лет, и та служба, которая создавалась в 18 году, в годы разрухи, в годы голода, в годы гражданской войны, она не потеряла своей актуальности. К сожалению, есть еще в нашей жизни и беспризорность, и безнадзорность, и семейное насилие, и неблагополучие, и много других негативных факторов, которые очень негативно влияют на судьбы и будущее наших детей. И
Я хочу сегодня сказать огромное спасибо всем вам за то, что вы делаете, за ваш вклад в будущее наших детей, нашего подрастающего поколения. Я от всей души поздравляю вас с праздником и желаю, наверное, всем нам, чтобы работы было у вас как можно меньше, чтобы социально-экономическая ситуация в нашей стране и в нашем городе развивалась таким образом, чтобы подопечных комиссий было как можно меньше. Дорогие друзья, профессиональных вам успехов. Спасибо вам за вашу работу, за ваше сердце, отданное детям. С праздником! В связи с празднованием столетия со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в работу органов и учреждений системы профилактики, активную и результативную профессиональную деятельность была объявлена благодарность главы городского округа город Буй, специалисту-эксперту межрайонного территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства Татьяне Соловьевой, заместителю директора по воспитательной работе реабилитационного центра «Солнышко» Елене Семеновой, директору центра молодежи Ольге Максимчук, заместителю начальника отдела образования администрации городского округа город Буй Елене Смирновой, начальнику отделения ПДН МО МВД России Буйский Оксане Сарычевой, старшему инспектору управления ПДН линейного отдела станции Буй Наталье Батаревой, отделу культуры, молодежи и спорта начальник Светлана Муравьева и комплексному центру социального обслуживания населения по городу Буй и Буйскому району директор Ирина Куминская. Коллеги, поздравляю от лица МО МВД России Буйский, поздравляю вас с праздником, столетием со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних. Во все времена истории нашего государства внимание к судьбе несовершеннолетнего было и остается важнейшим. От нас всегда требуется выдержка, терпение, а главное решение вопросов в пользу защиты прав несовершеннолетних. Пусть ваше профессиональное качество, ответственное отношение к доверенному делу и целеустремленность всегда служат процветанию городского округа город Буй. Желаем вам осуществления добрых надежд, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, неиссякаемой энергии, побед и процветания. Уважаемая Татьяна Павловна, Светлана Николаевна, ветераны, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Примите самые искренние поздравления с этим вековым юбилеем. На протяжении долгих лет комиссия по делам несовершеннолетних играла огромную роль в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и, конечно, являлась всегда координатором. И система образования нашего города – это одно из звеньев системы профилактики, работа в тесном сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних. И обучающиеся нуждаются как в психологической, так и в педагогической поддержке, социальной поддержке и реабилитации. И мы надеемся на тесное сотрудничество и взаимодействие в течение многих-многих лет. Мы сегодня говорим вам, уважаемые члены комиссии по делам несовершеннолетних, большое спасибо за ту поддержку, методическую помощь нашим образовательным организациям, социальным педагогам, классным руководителям, руководителям учреждений. Вы никогда не отказываете нам в помощи. Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов, процветания и профессионального успеха. Специально к юбилейной дате была подготовлена интереснейшая концертная программа. В нее вошли самые яркие выступления солистов и творческих коллективов Дворца культуры. Уважаемая Татьяна Павловна, Светлана Николаевна, уважаемые члены нынешнего состава комиссии, члены комиссии прежних лет, мы также поздравляем вас с юбилеем. Наши учреждения работают в тесной связке с комиссией по делам несовершеннолетних, под ее руководством, при ее координации. И мы, конечно же, видим каждый день, насколько вы в своей деятельности неравнодушны, насколько вы искренни, насколько профессиональный подход к организации деятельности. И мы желаем вам в этот день, главное, чтобы у ваших усилий всегда был тот результат, которого вы ожидаете, чтобы события, которые происходят в сфере детства в нашем городе, были только позитивными. И, скажем так, чтобы Буй был городом счастливого, безопасного детства. В заключении праздника для всех приглашенных гостей члены КДН спели гимн комиссии по делам несовершеннолетних. Мне хочется пожелать, чтобы работы в этой комиссии было поменьше. И хочется всем членам, и, конечно,
генсекретарю, председателю пожелать доброго здоровья, пожелать личного счастья и, конечно же, творчества в работе, чтобы формы работы с детьми были разнообразными, интересными, чтобы и работа доставляла всем удовольствие. Мне хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, личного счастья и больших успехов в профессиональной деятельности. С праздником вас!